Это уже третий визит медиков в РКБ в Видновскую гимназию. Ранее выездная бригада сделала прививку преподавателям учреждения двумя компонентами спутника ВИ. С тех пор прошло полгода. Сегодня было организовано мероприятие по ревакцинации однократной вакцины «Спутник Лайт». Но сегодня мы взяли все виды вакцин, не только «Спутник Лайт», потому что есть кто еще не вакцинирован, и, конечно, мы предлагаем им все вакцинироваться. Около 40 учителей и членов их семей, а также преподавателей из других школ города сегодня прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Сейчас уже ревакцинация, не заболела, реакции никакой не было, и всем рекомендую. Очень многие знакомые, близкие, друзья, родственники, очень многие болели, некоторые болели очень тяжело. Вот, это, собственно, тоже таким хорошим поводом, да, является для того, чтобы сделать обязательно прививку. Прошла ревакцинацию и почетный гражданин Ленинского городского округа, бывший директор гимназии Татьяна Анашкина. Больше года назад Татьяна Викторовна переболела коронавирусом в легкой форме, но сразу решила не испытывать судьбу боли и регулярно прививаться. Люди, которые отказываются от вакцины, это предатели. В условиях нашей, вот в тех условиях, в которых мы сейчас живем, очень важно, чтобы все люди думали не только о себе и о своих близких и окружающих. Это очень важно. Поэтому я призываю всех жителей Ленинского городского округа срочно прививаться. Так как вакцинацию проводили в учебное время, желающих защитить себя от коронавируса разделили на группы, чтобы не останавливать учебный процесс. Также это позволило избежать большого скопления народа в помещениях медицинского блока. Процедура ревакцинации стандартная: осмотр врача, измерение показателей и сам укол. Оцениваем состояние, спрашиваем, как переносили первую вакцинацию, даем рекомендации по тому, как переносить ревакцинацию, проверяем давление, температуру, осматриваем горло, сатурацию смотрим, ну и, естественно, устный опрос, как человек себя чувствует. Как отмечают медики, за последние 4 дня в округе произошел резкий подъем количества заболевших коронавирусом. Только за прошедшую ночь в РКБ поступило более 700 вызовов. Если раньше за сутки врача вызывали порядка 1500 человек, с этой недели к медикам поступает около 3000 обращений ежедневно. Сам омикрон в этот раз протекает также с высокой температурой 38, с синдромами интоксикациями, то есть головными болями, болями в мышцах, суставах. Не у всех есть потери обоняния. И если мы говорили о других штаммах, там дельта-штамме, да, потери обоняния, осязания, то в этом штамме не у всех. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности, носить маски, по возможности не посещать массовые мероприятия и, конечно же, прививаться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.